Всем доброе утро, всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. У меня ребенок убежал за хлебом, а я сейчас поеду, мне надо по делам кое по каким, и потом приеду и расскажу вам все. Ладно, оставайтесь с нами. У нас день, съездила в город, помогла подруге кое с чем, и заехали на базу, взяла мешок комбикорма, 5 килограмм риса. Риса, сахара. И макарон 5 килограмм. У меня 1000 была, поэтому на это взяла. Ладно, сейчас иду домой. Пойду с Оксаной уроки быстро сделаю. И хочу сегодня посадить морковь. Дел много, а рук на все не хватает. Поэтому вот так вот сейчас дети сделают уроки. Кто-то гуляет, то уроки делает, кто что. Но я пойду с Оксаной уроки сделаю, да надо кушать еще с Фридой, потом морковку посадить. Так что вот так вот. Ладно, занимаемся делами. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Сейчас посмотрим, мои гуляют кто-то или нет. То, может быть, и на улице гуляют. Не, никто не гуляет. Все домой заскочили сразу же. Ладно, значит, идем домой уроки делать. Дорогие друзья, буду ставить тесто на хлеб, дрожжи уже растворяю. Сейчас соли еще немного добавим, будем ставить тесто на хлеб. Вот хорошо для теста, ничего такого для хлеба не надо. Соль, вода. Ну, когда на молоке, конечно, делаешь вкуснее, но сейчас у нас этого нет, поэтому делаем из того, что есть. И сейчас будем замешивать тесто на хлеб. Все, дорогие мои, поставила тесто, сейчас накрою полотенцем и пускай стоит, настаивается. Сейчас надо муку убрать, мука последняя осталась, мука нынче у меня закончилась вся, надо покупать муку. Не знаю, получится, не получится нынче, но по идее бы надо. Удобно, кстати, вот в этих контейнерах из-под фикс-прайса муку хранить. Ладно, убираем тесто, на полотенце накрываем и пусть стоит. Дорогие мои, будем испытывать нашу плитку. Оф. А как сделать скорость? Вот я тупой, не понимаю, как ее включить. Вообще нормально, нет? Он. Температура.
Вроде что-то разобралась. Вот здесь выставляется температура и градусы. Видите, можно больше, меньше. Ну вот я на 200 сделала, поставила воду, чтобы варить макароны. Заранее кастрюлю проверила магнитом. Вроде бы это, ну что-то она как-то так странно жужжит. Честно, даже непривычно. Вот вы слушаете. Слышите, нет жужжания? Не знаю, будет, нет, слышу. Ну вот так жужжит. Это нормально для нее или нет? Ладно, готовлю дальше кушать. Не знаю, ребят, что получится. Непривычно. Вот серьезно говорю, непривычно такую плитку вообще. Ну, на 200 поставила. Посмотрим, что это можно на 240 сделать, пока нагревается вода. Хочу просто макароны отварить и с яйцом сделать, обжарить. Но у меня сковородки нет, я прям в кастрюле буду с яйцом обжаривать. У меня, по идее, знаете, какая сковородка есть? Я ее... Ой, сейчас я вам покажу. Я ее проверила уже магнитом. Сейчас даже покажу. Вот такая вот есть чугунная сковородка. Видите, магнит даже к ней прилипает. Но я ее боюсь, ребята, ставить на плитку. Она очень тяжелая. И он... Не знаю, вот почему-то боюсь и все ставить на плитку. Почему, не знаю. Вот она, по идее, подходит. Ну вот боюсь ее ставить я на эту плитку. Вот так вот. Ладно, приготовлю, посмотрим, что у меня получится. Если интересно, оставайтесь с нами. Ребят, я в шоке. Но я уже отварила макароны. Прошло буквально минут 10. Оно буквально за 2 минуты вода закипела. Я ставила на 240, а потом, когда вода закипела, я уже поставила на 180 градусов. Слушайте, я уже творила макароны. Это так быстро. Интересно, а суп варить долго будет, нет? Я сегодня хочу испытать. Огромное спасибо для меня, конечно, это вообще. Но я довольна. Дорогие друзья, решила я еще на этой плитке сразу супик сварить с галушками, с яйцом, со рисово-спагеттивый суп. Короче, что было, то и положила. Вот такой вот супик будет вкусный. Курица сейчас сварится, я ее разделаю на кусочки здесь. Тут спинки, ножки. Раз у меня сковородки нет, морковку просто закинула. Ладно, готовим. Так, суп у меня варится, и я уже хлеб в форму положила. Там еще в тазике есть. Будем выпекать сегодня хлеб. Пусть сейчас настоится, как поднимется, поставим в духовку. Сварила, ребята, суп с галушками, с яйцом. От галушки. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я пойду кушать. Thank you.
Дорогие друзья, испекла первую партию хлебушка. Вот такой вот он у меня получился, хрустящий, вкусненький. Вторая партия хлеба уже настаивается, и будем скоро выпекать вторую партию. Дети суп поели уже, полкастрюли съели, сказали вкусно. Моя рассада тут стоит, тут стакан-то я в нем поливаю им, и вот так вот стоит. Ладно, дальше выпекаем.